Привет всем любителям глобальных пошаговых стратегических игр. Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет. И я продолжаю на уровне сложности божество вести эту планету к отсутствию уныния. Так у меня религия называется. Ну и вообще играем за Грецию под предводительством Горга. Кстати, вы можете вместе со мной пройти эту же карту, потому что я выложил сейв первого хода, но для этого надо перейти к первой серии. Вообще, если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше начните смотреть с первой серии, ссылка есть в описании. Там же я и объясняю, какой у меня челлендж в этой игре. Спонсоры канала все серии видят сразу, и давайте продолжу, в общем-то, прохождение. Тут у нас планируется нападать на Германию, Ереван захватывать и освобождать. Я думаю, что еще несколько городов я просто захвачу. Конечно, сила уже довольно приличная, 87, но я думаю, двух этих бомбардировщиков мне вполне хватит. Давайте я их только перебазирую. Я хочу увидеть, увижу ли я Ереван, если Варгас. Отлично, Ереван виден, тогда этого в Кагуану переведу самолетик. Ну и плюс я построю еще истребитель, тоже где-то вот здесь, наверное, его использую, чтобы видать, чтобы видеть тут этот город. Так, кроме того, тут железные дороги провожу. Наверное, есть смысл, ну, возможно, наверное, стоит сделать тоннели, но, во-первых, они у меня не открыты еще нифига. Это, по-моему, в химии они будут, да? Где у нас тоннели? Да, в химии. Открою. Во-вторых, постройка тоннелей, ну, тратит заряд военного инженера. Я тут пока, видите, железные дороги фищу. Вот тут надо дорогу будет еще провести. Так, тут у нас... Как мне... Где мне лучше... Давайте, наверное, вот сюда дорогу, в общем-то... Не, подождите, вот так. Сначала здесь надо железная дорога. Так. Дальше тут у нас уже все быстро сделано. Хотя можно и в эту сторону еще железную дорогу. Ладно, веду пока сюда. Здесь все проведено. Проведено тогда с этой стороны еще. С этой стороны еще поведу дорогу. Так. Куча апостолов. Но что с ними делать, я пока думаю. Так, может распространять религию два раза больше. Мне кажется, надо все-таки задавить религию Вавилона. Надо собрать... Блин. Возможно, мне надо гуру. Ведь я думал, что я все покупаю. Лечение себя и всех дружественных религиозных юнитов расходует один заряд. Я думаю, имеет смысл вместо того, чтобы водить апостолов обратно, пару гуру купить. Просто вот так сделаем и будем использовать их заряды на лечение. Так, теперь атакующих апостолов надо как-то вместе собрать. То есть вот этих надо сейчас не вести прямо к себе, а где-то тут собирать, чтобы гуру на них использовать. У русского уже, походу, нету никаких... апостолов точно... Ну, точно нанимать он точно не может. Кстати, вот я еще очень жду отваливания Вологды к себе.
тут жду, когда растают снега. Так, вот эту... арбалет можно в какой-нибудь город. Так, у меня во всех городах сидят уже, да, юниты. Я просто сюда какой-нибудь переброшу его. Брать ли мне Амани? А, подождите, у меня Амани взят. Вообще взята. Ладно, давайте глянем, какие у нас тут города не растут. Ну, Шачикалька, он не может особо расти. В Аргасе. Ну, тут и так хватает и довольства, и жилья. В Афинах Рейна, в Эфесе Магнус. Может, мне Магнуса куда-нибудь... Может, давайте, знаете что? Мне кажется, что Мокшу надо уже в эту сторону пересаживать. Тут уже он ни на что не влияет. Хотя он, наверное, и в эту сторону особо не будет влиять. Но тем не менее, то есть Мокшу уже в Аргас можно пересадить, Магнуса в Спарту, а Амани тогда в Эфес, пока вот так сделаем. Так, Мокша в Аргас, Магнус в Спарту и Амани в Эфес. Так, в Спарте довольство пока есть и... жилье. В Эфесе тоже, в принципе, окей. Опять перекупили Венецию у меня. Хочу оставаться союзником Венеции. И, конечно, Канди мне важнее. Но я сейчас на немца нападу. Я думаю, ему будет не до Канди. Хочется верить. Вообще, может быть, распилить его вместе с Вьетнамом. Эти города должен удерживать по лояльности, наверное. Так. А, тут вассалы ушли, к сожалению, блин. Что поставить? Ну, угля у нас завались, селитра нам особо не нужна. Содержание юнитов. Лояльность точно не надо. Прошлых эпох деньги дает. Доход от мародерства, накапливается меньше усталости от войны. А давайте просто плюс 4 к боевой мощи. Против иноверцев. Германия считается иноверцами пока что. Да, вот если она не обращена... Хотя, вы знаете, она ни в какую религию не обращена. Мне вот интересно, она будет вообще считаться иноверцем или нет? Ну вот я не вижу у кавалерии плюс 4, например, сейчас. То есть я думаю, что Германия не считается иноверцем. Так, Рим мне осталось, походу, встретить. И вот его границы, похоже. Последняя цивилизация. Сейчас проверим, из тех, кого мы встретили, можно ли чем-нибудь поторговать. О, янтарек. Отлично. И тут слонятина. Очень хорошо. Нет унынию. Без счастья отсутствие уныния невозможно. Так что вот так. Блин. Так, как мы тут... действовать. Вот у нас есть апостол, которого я бы хотел сейчас завалить. Есть минус к иудаизму. Это нарисовано только здесь, но просто потому, что мы эти города не видим. На самом деле оно в радиусе тоже пошло обращение. Иудаизм уныло. Нам нет унынию. Так. Наверное, так подойду и буду вот так уже делать.
Тут не пройти будет, потому что, видишь, этот стоит апостол и зону контроля. О. Чувачелло тут какой-то. Наверное, тут останусь пока. Этим я не могу атаковать? Могу. Надо проатаковать. Что интересно? Почему тут интересно? Вот теряется ходы вообще. Тут дорога вроде есть. Непонятненько. Так, шахту. А этот почему-то нормально идет. Подождите, что за фигня? Почему вот этот апостол здесь было 2-3 написано, а тут нормально типа бежит? Блин. Странно. Так, этот утроенной силой. О, блин, а он может? Вот я не помню, слушайте, я этого апостола проводил мимо чуда, не проводил. Давайте, наверное, сходим, на всякий случай проверим. Тут стоим пока кавалерии. Я следующим ходом буду нападать на Ереван. Уже. Спарти, центр вещания. Канализации нет, монумент нет, водяная мельница нет, пригород. Ну, кстати, возможно, наверное, тут можно. Возможно, можно. Христос Искупитель. Христос Искупитель. Может, и Христа Искупителя построить 5 ходов? Давайте Христа. Христа ради. Исследовательские гранты. Тут уже строить нечего. Ну, продолжу, видимо, пока исследовательские гранты. Ничего тут нового не открылось. Вот продуктовый рынок, там, где пригороды, можно будет сделать ферму, улучшиться, пехотинцы. Так, и у нас, по идее, наша религия, мы в этот кризис в конце прошлой серии выполнили. Сейчас моя, я не знаю, оно уже сейчас считается усиленным. 89, 20, 24, 34. Не так взято плюс 30% дальше от городов. Так, 4 хода. Вавилонская империя хотела, чтобы я дал обещание прекратить обращение. Но я не вы... Ну как мы тут... Как... Мы несем миру радость и веселье, отсутствие уныния. Как мы можем... Так, с Россией вообще не могу торговать. Так, надо, кстати, его обвинить. О, встретили последнюю цивилизацию. Стали первой страной, которая повстречала все другие народы. Теперь надо этим миссионерам кругосветочку еще сделать.
И прям будет все зашибись. Так, дружбу он, наверное, не будет объявлять. И мы все уже поторговали здесь. Так, откуда у меня 10 урана? А, это... Ты же сказал, Корея за 10 лошадей 10 урана выдала. Так, ну плывем тогда просто миссионером в эту сторону, чтобы кругосветку еще сделать. Так, флотоводец. Ну, я, пожалуй, возьму. Там следующий слишком долго будет набиваться. Я вообще удивлен, что на карте всего 4 цивилизации флотоводца набивают. И у меня больше всего очков, в принципе. То есть, вот эти все ребята, вот у Австралии нету одна гавань всего. У Рима что, где гавани? Как будто они все не морские. А где у меня, кстати, появился... Плотоводец-то. Странно. Так. Ну, не знаю, я не хочу за веру покупать районы. Пингалу на гранты тоже неинтересно. Давайте, наверное, Магнуса вот в кооперацию будем качать. В Эфесе шпион. Я могу еще больше шпионов? Так, эти ждут. Кёнджу. Тырил. Кто-то стырил, он просто приехал пока. Только приехал. Раяна встретили, иностранный город обретает независимость. Ага, отвалился. Вот, Аравия захватывала, и он отвалился по лояльности в итоге. Кайф. Так, Россию давайте осудим. Короче, мне пока только Ацтек объявлял войну в связи с этим со всем осуждением, и все. Конечно, не то, чего я ожидал. Так, в Куско... Нет, вот в Эфесе у нас новый появился. Ну, давайте... Так, кто у нас по науке впереди? Я. Вавилон на втором, Корея на третьем. Так, может мне, кстати, к немцу просто, чтобы город засвечивать, Трир. Давайте я в Трир отправлю, чисто, чтобы видеть его. Потом спокойно после Еревана... На него и нападает. Так, давайте мы, в общем-то, немцу войну объявим. У нас есть война Золотого века. Что-то шотландцу не понравилось. И потихонечку ковыряем Ереван. Это немец уже, значит, открыл сталеварение, да? У него там современная такая защита. Так, смотрим, что по поводу улета. Кто-нибудь в ракетостроение вообще вышел? Там Вьетнам уже, как всегда, далеко по науке, но без ракетостроения, да? Ясненько. Ясненько, понятненько. Ну, следующим ходом у нас лабы, поэтому я, наверное, отложу здесь производство. Хотя, если есть пригород, я бы, наверное... Да, продуктовый рынок, блин, 4 хода. Ладно, отложу пока. Так, я лучше за деньги куплю вот в Малиналько еще... этот... бомбардировщик. Истребитель хай строится. Так, ну тогда просто... так, в Шачикалько есть кампус, есть кампус, есть кампус. В Коринфе. В Коринфе только центр коммерции. Ух ты, кампус на плюс 3 имеется. Черт. Как и священное место на плюс 3, да?
Блин. Хочется все по это построить. Так, ну давайте тут... А, подождите, скопоцалька. Тоже, наверное, отложу. Тогда давайте я тут пока отложу. Я лабу, когда построю, тогда и буду вырубать. Здесь лес. Не, не хочу я продуктовый рынок. Я лабу хочу быстрее лучше сделать. Вьетнам же воюет с Германией, да? Да. Первый торговый пост в России. Так, ну что, добиваем парня. В Абердине и Стерлинге уже уменьшается. А, так оно за счет буддизма уменьшается. Тогда давайте, наверное... Давайте, наверное, Абердин и Стерлинг не трогать. Я бы, конечно, сначала с Вавилоном все сделал. Давайте использовать для открытия территории. Примерно понимать потом, куда нам в дальнейшем. Так, почему у меня нету переключения между юнитами? Что за фигня? Так, вот давайте вокруг этого собирать. Ой. Ну какого хрена он туда? Вот, и как раз я следующим ходом еще сюда встану и, в общем-то, вылечу. Тут же вокруг, да, правильно? Всех себя и всех соседних дружественных религиозных отрядов. Ошибись. Ну, вот этот точно мимо чуда природы проходил. Он прямо стоит просто сейчас. Рядом с чудом природы. Так, тут все откладываем. В Спарте покупаем апостола. Этими дальше в Вавилон идем. Так, тут апостолы подходят. Опасненько. Вот этих мне, конечно, не стоило бы терять, как бы с утроенной силой, которые распространяют. Так, иудаизм в каком количестве городов? 15. У самого Вавилона сколько городов? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12. Ну, это будет сложно.
этого сюда отправлю. О, кстати, шумер уже полностью вообще в моей религии. Ладно, заканчиваю ход, наверное. Так, ну тут что-то он не использовал апостола против меня. Сейчас будем Вавилон обращать. Как там? Так, с Римом я могу торговать, но вот то, что он мне предлагает, мне не надо. Ладно, наверное, Венецию больше не буду перекупать, хрен с ней. О, появился наконец ГГшка. И это Валетта вообще зашибись. Так. Ну, а хотя с другой стороны, а надо ли мне так Валетту союзить? Я же не буду сейчас, наверное, на покупки в центре города. Ну, что у меня тут? Канализация осталась только по-хорошему-то в центре. Это если мне плотины нужно было делать, тогда бы, наверное... занялся Валеттой. Так, давайте посмотрим, как эта фигня работает. Кайф. Эх, какого хрена там апостол какой-то? Блин, ну вообще, конечно... Здесь его нету смысла использовать. Это надо в больших городах, которые убирают 75%. В Вавилоне, например. Тут просто очень много религии. Надо поближе. Да, тут, конечно, вот дорога плохо к Вавилону проложена. Несомненно. Так, ладно, давайте лабы везде выберу. Военный лагерь в Тлакопане. Ну, пошли дальше. Конюшня. Банк. Так, промышленная зона на +2, +2. Кампус. +3 есть, как и священное место на +3. А, давайте, наверное, я промышленную зону здесь поставлю, чтобы еще соседство было. Пока так. Когда с Вавилоном разберусь, с Японией, я, наверное, просто через море поплыву. Они будут тут возвращаться. Так, следующим ходом мы освобождаем Ереван. А, это вот как раз к немцу бегало. Вау, 34 золота из Петербурга. Неплохо, неплохо. Так, давайте же тут выкопаем. То он шел уже немецкий копать.
Надо Вьетнам осудить. У нас отсюда добегает? Да, добегает, по идее. Я не буду подходить. Как? Красная волна моих апостолов движется на Вавилон. Вавилоняне еще не знают, что они скоро перестанут унывать. Блин, может как-то дорогу чисто провести? Машкан Шапир. Классное название у Вавилона. Слушайте, а почему вот тут такого цвета, да, города? Причем они очень похожи у Вавилона и Шумера, а здесь такого цвета. Ладно, хочу в Машкан Шапир. Вот, чтобы, видите, как дорога пройдет. Мне этой дороги не хватает. Ну, хотя я уже, наверное, к тому моменту, пока эта дорога пройдет, я уже все обращу. Есть у меня такое ощущение. Щукавщина, щукавщина. Что-то вспомнилось. Уже как мне нравится моя железнодорожная сеть в этой игре. Я реально никогда такой не строил. Так, что-то Бердин и Стерлинг я решил пока не трогать. Они сами избавляются пока постепенно от иудаизма. Давайте японца пооткрываем. Хочу я раненого использовать. Тут уже еще Вавилон город какой-то. Блин, знаете, мне, наверное, надо все-таки в космопорт выйти, построить его. И открыть так карту, потому что, ну, очень сложно ориентироваться. А как, я тут куда иду? В Уран. Я думаю, что мне Уран не нужен. Пошли в ракетостроение. С утроенной силой вот это как раз в Роксбурге можно использовать. А, вот где у нас появилась Ласкари. Ну, конечно, на озере. Кто бы сомневался. Ну, даже какой-то флот у Австралии имеется. Так, Валетту появилась. Холодная война. Озарение. Создать аэродром. Холодная война там что? У холодной войны озарение. Это озарение холодной войны. О, есть же холодная война. А, просто исследовать расщепление ядра? Ну, вполне выполнимо. Только сначала ракетостроение. Да, слушайте, ну тут еще долго, конечно, обращать... всех. Особенно я не знаю, что будет, что мне будет, что мне с Вьетнамом будет делать.
Ауч. Да, ну тут надо атакующих апостолов вперед вывести. Иначе печалька. Мне нельзя... В боях мне нельзя терять ни одного апостола. Так, что-то каких-то варваров. Но он может превращаться в ГГшку, но я бы, честно говоря... Блин, я его хрен убью, конечно, кирасиром. Ну вот этот лагерь неприятненький. Пойдем-ка, наверное... Надо будет апнуть сначала стрельцов и пикинеров. Наконец-то будет освобожден Ереван. Так, есть истребитель. Подожди, давайте сначала Ереван освободим, потом посмотрим, куда можно будет. Ни хрена, конечно, у него клетки захвачены. Я, к сожалению, не могу передать клетки, не освободив Ереван, понимаете? Так бы я, конечно, с удовольствием эти клетки Аргасу передал, например, Афинам. Хм. Прикол. Так, теперь у меня апостолы смогут... Так, у меня тут 9 послов. Теперь апостолы смогут сами выбирать повышение из всех, которых, из всех, которые там есть. Так, в Трир у меня так еще... Блин. Вот это подстава от Еревана, конечно. Минус кавалерия. Черт. Так, ну и хреново, что я Трир пока еще не вижу. Когда там прибудет один ход? Ну, Франкфурт поатакуем. По-моему, я не смогу истребитель здесь задействовать, да, в Ереване. Черт. Блин, я не вижу все равно тот город. Наверное, сюда куда-то надо поставить истребитель. Блин, ну мне надо, видимо... Кавалерию еще какую-то построить. Васкопацалька Лаба. Продуктовый рынок. Истребитель. Лаба. Ну, я думаю, мне 3 бомбардировщиков и 1 истребителя тут хватит. Лаба. Так, давайте подумаем, как бы нам лучше, логичнее сделать тоннели. Например, вот здесь тоннель и вот здесь, да? А, собственно... Больше нигде и не надо. Но может еще вот здесь и здесь. Двач как эпохи, кстати. Еще тут в Ереване, очевидно, надо будет железную дорогу вести. Ну, то есть так вот быстрее будет перемещение происходить. А, блин, здесь надо было. Ой, ладно. Ой, все. Ну, давайте хищение средств. Не понял, почему я тут шахту не могу сделать. Блин, это равнина. Вы прикалываетесь? Вообще визуально непонятно, что это равнина, да. Ну, конечно, с горами в шестерке вот... А, я тогда лучше тут лесопилку делал. Так, вот этого я бы не хотел терять.
этот раненый. If delicate arch has any significance, it... И я получил обломок животворящего креста. Он поможет нам не унывать. Ну, за счет того, что Канди дает. Дуркури Галзу отваливается. Да, кстати, сколько там у нас до Вологды еще? 10 ходов, как минимум. Ну, еще дофига где-то чудес. Ну, я просто космопорт построю. И откроем это все. Ускорили тоталитаризм, ядерную программу. Подводим оратора, наверное. Вот это атакующий. Он нам очень сильно нужен здесь впереди. Так. Вот эти раненые, конечно. Я бы их все-таки назад отводил, ждал гуру. Акад. Ну, а так себе ГГшка в моем случае. Атаки антикавалерийских юнитов. Ну, и если бы это в начале игры было, да? Доносит полный урон городским стенам. Мне бы не нужны были тараны к моим гоплитам. Но Акад только сейчас нам встретился. Тут не так уж и много Японии, да? Так, наверное, дадим уровень броненосцу. Но смысл нам держать этого флотоводца? Давайте к перемещению. Вот, преслов можно будет пообращать этим апостолом. Так, до кругосветки нам далеко еще, интересно. Пока непонятно, кстати, я не могу, видите, мало открыто карты, поэтому я не могу прокрутить ее. Но я думаю, что это означает, что далеко до кругосветки. Всякий случай, посмотрю, тут православие нигде не вернулось. Походу, православие вообще должно быть ноль. Один город. А, в этом, в Эхенсбурге, да. Но это буквально уже осталось. Да нет, еще прилично осталось. Вот индуизма точно уже нет. Синтоизм еще в 5 городах имеется. Но там, по-моему, даже Аравия не обращена. Нет, Аравия. Все-таки 5 городов Аравии в синтоизме. Держит араб свою религию, хотя он, видите, во всех городах в минус идет. Да, блин, проходя мимо... О, хотя тут есть же чудо, точно. Мне надо этого как раз к чуду отправить. К изящной арке. Thank you.
устроены силой. Ну, распространяем. Хотя, хочу немножко... А, блин, уже все, нельзя ходить. Я тут вот эти верхние города обратил, шотландца, и дальше пойду к Вавилону, а потом уже отсюда, чтобы это все действовало. Так, тут у нас... Пускай тут гуру пока стоит. С утроенной силой. Двигаем вперед. Еще раз повторю, вот это мне не нравится в религиозной победе, что такое огромное количество апостолов надо какой-то микроконтроль этим заниматься. Вот, смотрите, тут накапливаются претензии. Ну да, кавалерию убили. Накапливаются претензии у Вавилона ко мне за распространение их городов. Я его осуждаю постоянно. Объявит ли он мне войну? Вот в чем вопрос. Идеологии. Бонус соседства центра коммерции гавани. Кавалерия, соседство промышленной зоны и кампуса. Так, ну здесь 5-летний план, естественно, ставим. Содержание юнита. Все скидки в золоте на улучшение юнитов. Доход от мародерства. Наверное, содержание пока поставлю. Так, некого тут осуждать. Так, дружбу с Японией, союз военный. На случай, если Вавилон таки решит объявить мне войну. Нет, Христос Искупитель. Ладно, я спать еще какое-нибудь чудо могу вместо достроить Эйфелеву башню, а нафига она мне? Ну серьезно, два престижа. Надо ли мне два престижа? Нет. Ладно, давайте. Космопорт. Причем вот на этой клетке. Чтобы ничего не... А, подожди, так у меня есть пустыня. Давайте в пустыне. Так это реально практически Байконур будет. Верну тогда эту клетку. Вернул клетку Коринфу. У Спарта и так уже куча клеток. Так, мне где-нибудь надо... Ну, кстати, можно вот здесь сделать еще тоннель, вот на этой клетке, чтобы от Спарты к Аргосу было. Остальными продолжаем железные дороги строить. Где мне тут еще хочется железную дорогу? Наверное, как-то вот так. Нам пригород в Афинах. Вообще, в принципе, вот тут свободная клетка на плюс 4. Давайте сделаем. И, значит, Этлания. Тоже можно. В тундре.
Так, дальше вот теперь уран откроем. Там еще Валетта хочет расщепление ядра, так что, наверное, прям туда пойдем. Что с победой наукой? Неужели я единственный, кто открыл ракетостроение? Все, вкладываем в веру, но... Подожди, кто-то сейчас был, у кого-то был ракет... О, Китай. Китай таки открыл ракетостроение. Я и Китай. Очень интересно. Так, атакуем Трир. Блин, нам надо теперь какой-то юнит. У нас нету кавалерии больше. Надо купить, наверное, просто. О, так это столица прям здесь. Тут, я думаю, Тлакопан так отваливался в свое время. Это столица здесь немецкая. Может, мы лучше ее сначала заберем? Очередной священный город обращен. Так, тут тоже работаем. Убираем иудаизм. Наверное, сюда подводить этого гуру. Чтобы вылечить этих. Так, больше я тут не вижу раненых. Ну, я думаю, если мы Вавилон обратим, то эта половина уже, считай, наша. Наверное, будет еще немножко шотландца дообращать, а японец потом, как мне видится, сам будет обращаться. Что тут не так много городов. Так, не буду до конца уже японца открывать. Поплыву опять к... Вавилону, потому что тут ходов 6 до запуска искусственного спутника, и я все открою. Блин, ну и фиг ли ты тут стоишь? Конечно же, не могу выкупить эту клетку. Так, ладно. Давайте тут снижу буддизм. Так, тут мы ждем прибытия гуру этим апостолом.
Так, это... Во-первых, к чуду надо вести, а во-вторых, тут еще прокачка еще есть. Окружаем этого апостола, но он, правда, сюда может свалить. Все, еще не могу промотать карту. О, тут мы можем предлагать. О, давайте внесем Блин. Ну там же за 20 ходов надо будет Каир. Я думаю, что я смогу. Подожди, а что там будет? Там надо будет вернуть Каир в синтоизм. Или мы должны искоренить чистый ислам? Блин, ну давайте попробуем. Давайте попробуем. Блин, а чё Вологда перестала отваливаться? Да ёлки-палки. Как всегда. Так, и купим апостола в очередной раз. Так, ну должен в золотой век выходить, судя по всему. А раб не будет у Ануку захватывать обратно? Доминирующая религия в Корее – ислам. Аравия осудила Японию. С чего бы? Малиналька 20 жителей, видимо. Да. Так, ну что, поймал я тут этого? Смогу ваншотнуть? Нет, ну ладно, так добью. Отлично. Так, вот этот парень. Так, сначала попробуем атаковать.
Да, почему мне дают... А, блин, я пересадил мув. Я думаю, что у меня одна прокачка, господи. Я забыл, что мне в другом городе надо покупать апостолов. Ну, что у меня одна прокачка теперь всегда? Долетает до Ахена. Так, ну надо... Кирасира, наверное, в танч капнем. И он поедет Ахен захватывать. Я тоже был бы не против, чтобы тут ГГшка появилась. Но дело в том, что... Уже поздно, то есть она будет долго, а варвары будут постоянно напрягать. Ну и зачем мне ее держать, получается? Без всяких союзов, без ничего, 35 золота имею, нормально. 120 науки. За что я сейчас 120 науки получил? А я Феса союзник, точно. Я забыл, что еще Фес есть. Фак. Ну, короче, я бы тут наукой уже. Я, если бы я сейчас именно на науку шел. Тут уже точно победа, прям 100%. То мы же хотим религии победить. Около чуда природы. Так, я тут чуду природы пытаюсь дорваться, да? Что будет хреново, если меня объявит войну Вавилон? Вот это точно будет хреново. Тогда я даже не знаю. Что делать? Ну, смотрите, у него уже его города обращаются в мою религию. Потому что священный, наверное, обращен, поэтому... Слушайте, может тут побольше лучше внести... Нет, тут 16... Слушайте, а куда вообще делась его религия из Вавилона? Вау, просто нету. Просто все иудеи собрали банатки и свалили. То, что Фес у нас в союзниках, это, конечно, офигительный буст по науке. Способность Феса. Первый раз, обращая город в свою религию с помощью религиозного юнита, вы получаете 20 науки за каждого жителя города. При стандартной скорости. Ну, при сетевой 10, предположим. То есть я вот сейчас обратил Преслов и получил 130 науки. Потому что 13 жителей. Мне даже лабы по-хорошему не нужны.
О, уже немножко видать. Да, наверное, успею кругосветочку. Лаба в Эфесе. Продуктовый. Лаба в Шичикалька. Ну, что сделать здесь? Пригород. Знаете, я, наверное, куплю в Афинах танк. Может, даже армию танков. Чего нет? Первая армия. Так, в Спарте Магнус. Мокша в Аргасе. И Амания. Все нормально. Все красиво. О, рок-звезды пошли. Ваши города слишком близки, ваши войска слишком сильны, вы заставляете меня нервничать. Ну, про поводу городов это он что-то ошибся. Мои города не близки. О, осуждает шотландец, зашибись. Но яйчишек ему не хватит мне объявить войну, только осуждать. О, а вот Рим осуждает, чё это? Чё это? Так, ну... Гуманитарная помощь нафиг надо, а вот религиозная агрессия, давайте... Проголосуем. Мы... Ну, написано «искоренить новую веру». Это же не означает, что вернуть синтоизм в Каир, правильно? Так, даже побольше проголосуем. А, не прошла религиозная... Не, принято, принято. Я и Саладин. Так, понятно, у нас есть 20 ходов на это дело. Так, не хочу пока коммунизм, наверное, принимать. Потому что мне... Теократия больше дает веры. Так, на всемирной выставке я на втором месте. Давайте охрану природы откроем. Да, блин, чуть-чуть не хватает добить его, ладно. У нас тут гуру недалеко. Будет лечить всех. Так, других апостолов я не вижу пока. О! Тут уже конец карты. Сто тридцать науки. Блин, я, конечно, офигею. Просто с того, сколько я науки имею. Я офигею с того, сколько науки я имею. Религия.
Вавилон еще не считается. Ну вот у нас ислам против нет уныния. Иудаизм явно тут сейчас проиграет. Что-то не видать больше апостолов, кстати, вавилонских вообще. Как-то странно, вот я выполнил кризис, а не так уж и сильно моя религия тут влияет. Вот у меня, вот города вокруг, все мои религии, да, но всего 23 влияния. По-моему, слабенько. Лаба. Вот тут, кстати, пригород точно нужен, потому что предел по населению какой-то. Только где? Блин, тут везде кучу. Наверное, вот сюда поставлю. Блин, хотя она, конечно, на все... Ну, сюда поставлю. Не так... Уже не так еда нужна. Чтобы этим всем заниматься. Так, продуктовый рынок. Васкопацалька. Аэродром, центр коммерции, развлекательный, военный лагерь. Ну, Акрополь можно. Или аквапарк. Ну, тут вроде нормально со счастьем. Давайте Акрополь. Думаю, надо ли мне японца обращать с шотландцем, или лучше прямо плыть на Вьетнам. Я не думаю, что у меня будут проблемы с обращением Японии и Шотландии, но я потеряю время, если я тут останусь. Тут главное Вавилон было, по-моему, обратить. Его апостолов я больше не вижу. А, вот, вижу. Так, тут надо так становиться, чтобы выманивать его апостолов из города. Чтобы он выходил атаковать, а не внутри находился. Я, наверное, даже на воду уже начну спускать апостолов. Этого гуру сюда подводим, лечить этих всех ребят будем. Ладно, давайте я тут вернусь
большие города шотландца почищу. Скон. И Стерлинг. Вот один заряд остался. Ахин не захватывается. Кстати, тут хорошая идея сделать железную дорогу и тоннель. Так, у нас все доступны повышения. Нам нужно Каир, да? Зачищать от религии. Поэтому идем сюда и берем 75. Я тут 75% распространения. И с утроенной силой, да, и в Аргасе. А, уже, кстати, не хватит сейчас веры на апостола пока. Там Шумер с Вавилоном, Вавилон с Бразилией воюет. Тупо. А Россия с Шумером, нет, не воюет. Я не буду ничего менять. Поехали дальше. Вот если бы мы играли в научную победу, я уверен, что мы победили. А вот в религиозную с таким количеством... Так, давай ты меня не будешь никогда просить больше вот это. Сейчас мы глянем, сколько обращено городов. Но вообще я кучу веры имею. 160, не веры, а денег с городов 160. Это по 3 с каждого города. То есть у меня там... Шума и брия. Лазеры украл. Давайте глянем. Ну, индуизма уже нет. Ислам 41. Православие 1 только, Йоханнесбург. Буддизм — это все Япония. Иудаизм всего 8 и... синтоизм 8. У нашей религии 54, но против 41 ислама. Тоже важно. Тоже надо будет как-то... как-то чистить вообще, конечно, количество у меня апостолов и этого микроконтроля просто... угнетает. Но нет унынию. Наша религия говорит, что нет унынию. Кстати, Стерлинг сам уже очистился к этому моменту. И когда я обращу Стерлинг следующим ходом, он будет считаться в моей религии. Блин, видите, где шотландец поставил город, серьезно? Вау. Просто вау. Ну что, не вылез этот из... Подождите, вот тут был апостол, он куда-то делся.
Фигово, апостолы пропадают. Ну, серьезно. А, сюда встал. Ладно. Так, значит, иудаизм, сколько осталось городов? 8. Давайте смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Не видим 8-го. Ну, то есть вот эти я бы вообще не трогал, да? Ни Дуркуригалзу, ни Нгазгаргаму. Нгазаргаму. Ни Абердин, ни Дамфрис, они сами обратятся. В мою религию, либо в буддизм, посмотрим. Вот эти бы, наверное, добил. Уже. 4, 4, 3. Маленькие, правда, совсем. А где у них тут священные места? У кого-нибудь из этих городов есть священные места вообще, чтобы он вернул? Чисто у Вавилона. Так, этот в моей религии, этот в моей религии. Что, два всего священных места? Так реально можно дальше плыть. Давайте глянем, электричество у нас тут везде есть. Да, везде. Ну, в Коринфе нету, потому что тут просто нету здания, которое требовало бы электричество. И в Кагуане то же самое. Лабы построятся, ну и в Тлакопане. Ну, в принципе, электричество дотягивается. Так, сейчас пойдет столица Германии. Или нет, подождите. Блин, не хватает немножко силы. А, там еще есть истребитель. Сейчас истребителем еще проатакую. Оставлю Трир, даже если он отваливаться будет. Мне все равно, наверное, не хватит захватить. Угу. Так, а сильно отваливает, просто чтобы покупать мне монумент или нет. Это он будет давать одну лояльность. Не, наверное, не буду покупать. Я решил пока так дорогу провести. Хотя, слушайте, а тут и так про... Ладно. Нормально, давайте дальше сюда поведу. Подожди, так вот же уже Каир в синтоизме. А, что? В течение 11 ходов. А, вот почему я раньше выполнил Новгород. Понял, так, давайте. Слушай, так мне надо больше сюда уже апостолов посылать, видимо. Блин, я тут не взял вторую прокачку. С утроенной силой. То есть, видите, комбо. Вот это вообще комбо, да? Снижает 75% лени и распространяется утроенной силой. Просто комбо-вомбо. Так, куда мы этого шпиона? Может, во Вьетнам куда-нибудь чисто смотреть, что там? 1068 денег можно украсть. Я такого у Мали даже не часто вижу. Так,
Можем ли что-нибудь собрать? Древний мир, античность, средневековье. Античность, древний мир, вот древний. Горго, варвары. Варвары, блин. Не собирается пока. Так, ну этих всех в плавание отправляем, короче. Не буду я там за тем апостолом гоняться. Я уже уверен, что он не может тут в одиночку что-либо сделать. Я только одного апостола вижу у Вавилона. Ну вот этот можно Каршамаше использовать с утроенной силой. Так, какие у нас тут еще не обратились? Шадупум и Каркар. Блин, звучит как напевание песен. Шадупум, Шадупум, Кар-Кар-Кар. Первая в мире кругосветная. Да, причем миссионерами. Людьми божьими. Которые несут слово божье. Не предавайтесь унынию. Ой, пушечка. Сейчас надо пушечку завалить. Акрополь, амфитеатр. Промышленная зона, мастерская. Кстати, я случайно археологически еще не делал, только два художественных. Понял. Так, я уже в Золотом веке. Так, этих всех... Вьетнам еще не знает, что его ждет нашествие апостолов. Не знаю, давайте еще этим Шадупум попробуем обратить. Просто прошлись по Вавилону своей религии. Но как оно будет с Вьетнамом, наверное, уже в следующей серии, ребят. Окей, потому что... Так долгие серии... Очень просто много двигать этих апостолов, к сожалению. Вот поэтому в очередной раз напоминаю, почему я не люблю показывать другие победы, кроме как наукой. Просто слишком много микроконтроля игра заставляет делать. Если культурой, то куча рок-групп надо использовать. Если религии, то куча апостолов. Ну, военная победа вообще понятна, да? Что не так? Ладно, продолжение завтра. Спасибо, что смотрите. Спонсоры продолжения могут прямо сейчас поискать в уголке сообщества. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!